позиции из-за спины какой-то мужчина в черном плаще открыл огонь по людям. При мне человека, которому разбили голову, я перемотал голову. В упор он произвел около 4-5 выстрелов. После этого, будучи я в гражданском, мне прострелили ногу. Я сейчас покажу для того, чтобы видеть. Пожалуйста. Вот так работает застройщик. Вот это его методы. Поставить ночью паркан, а потом после всего расстрелять из пистолетов людей, у которых нет оружия. Поздравляю, перемога!